Лауреат премии «Наше Подмосковье-2019», победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Доброшкола» в номинации «Лучшее образовательное пространство» – лишь некоторые достижения коллектива Старогородковской школы «Гармония». В ее стенах получают качественное образование дети с ограниченными возможностями здоровья. «Гармония» прививает им навыки общения и дает возможность каждому почувствовать себя членом ученического сообщества. Теперь у школы будет полноценный филиал. Здание в Горловке уже готово к приему учащихся. Это капитальный ремонт инженерных систем, ну и косметический ремонт в том числе. И вот впервые за почти 18-19 лет существования школы у нас появился зал, в котором мы находимся сейчас. Это тренажерный зал, спортивный зал, огромная красивая территория с полями. И поля имеют специальное покрытие искусственное. И самое главное, пищеблок. То есть сегодня у нас есть своя столовая. Более 100 квадратных метров выделены под медицинские кабинеты. Поскольку в школе учатся немало ребят с инвалидностью, здание оснащено пандусами и тренажерами, а душевые и туалетные комнаты оборудованы специальными устройствами. Второй этаж здания целиком занимает учебные кабинеты. Кстати, учащиеся смогут получить в школе профессию. Здесь у нас 4 направления. Созданный кулинарный класс, и гончарная мастерская, и кабинет робототехники, и поставлены теплицы, и зимние, и летние. Поэтому детишки, которые будут выпускаться из нашей школы, смогут работать в дальнейшем. Масштаб проведенных работ впечатляет. Это полноценное пространство для обучения и отдыха детей. Первых учеников педагоги «Гармонии» готовы принять сразу после окончания режима самоизоляции. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».